Добрый вечер, наши дорогие зрители, наши дорогие родители, наши любимые поклонники творчества нашего коллектива «Доми Сольки», поклонники фортепианной музыки, поклонники Академии культуры, Харьковской государственной академии культуры. Мы рады вас приветствовать в здании детского областного дворца детского и юношеского творчества, который любезно предоставил нам эту сцену для нашего творческого отчета. Сегодня ваши дети представят такую весеннюю праздничную позитивную программу, в которой прозвучит разноплановая музыка, музыка на разных языках, музыка разных континентов, исполнена будет в стиле джаз, в стиле диско, в стиле рок-н-ролл, и поп-музыка, и украинская эстрада, и народная песня. Ну, в общем, разноплановое все будет у нас, будет интересно. Вот. Первыми на эту сцену мы приглашаем участников группы «Доми Сольки» София Питько, Виталина Бессонова и Елена Буслик с композицией «Школьный рэп». Докажи за своим, Вадимка для прикола, а Васька за ним. А Рита для того, чтобы наряды показать, а Оля для того, чтобы все новости узнать. А ты, а я, скажи, зачем ты водишь школу? Расскажите мне, друзья, того, что значит школа. Сережка, к примеру, не учится совсем, зато в школе первый задира и спортсмен. А Валя по предметам по всем имеет 5, зато из-за оценок ей некогда гулять. А ты, а я, скажи, зачем ты ходишь в школу? А вы скажите мне, друзья, для вас что значит школа? Школа, 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 школа. А ты, а я, скажи, зачем ты ходишь в школу? А вы скажите мне, друзья, для вас что значит школа? Нет уроков, то и не будет школ. А ты, а я, скажи, зачем ты ходишь в школу? А вы скажите мне, друзья, для вас что значит школа? А я, хожу я в школу, чтоб учиться. И знаю я, и знаю я, мне это в жизни, мне это в жизни пригодится. Наших дебютантов остаются на сцене Виталина Бессонова и София Питько и исполнят для вас композицию «Просто мы маленькие звезды». Просто, просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Ты знаем движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, ай.
просто. Мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знаем движения, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, ай, будет круто. Эй, просто, просто. Мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знаем движения, снимаем напряжение. Поздравляем наших дебютантов, они впервые на этой сцене, и их дебют прошел очень хорошо. Спасибо, девочки, идите за сцену, а мы приглашаем тоже нашу очаровательную малышку, которая исполнит нам на фортепиано три композиции. Это Машенька Генералова, ученица 5-й музыкальной школы имени Римского-Корсакова. Она исполнит вам композицию «Грустный напев», украинскую народную песню «Ой, ты девчина зарученная» и композицию «На льду». Маша Генералова. Спасибо, можешь спускаться в зал. Спасибо за хорошее выступление. Мы приглашаем на сцену Кибенко Михаила. Он тоже сыграет нам на рояле композицию Гедики «Старинный танец Ригадон» и этюд Николаева. Thank you.
Молодец, Мишенька, прошел боевое крещение, первый раз на сцене. Умнички, детки. И мы приглашаем на сцену. Следующий у нас выходит Науменко София с композицией «Посмешка». Пожалуйста, Полина Животова пришла у нас? Будет ее номер? Полина Животова, топни ножка моя. Будет топни ножка моя? Не будет? Не будет. Переходим дальше. Выходит Елена Буслик с композицией «Кенгуру.ру». Кормим манной кашей. Прибежал с утра ко мне щенок и украл подружеский носок. Брат на птичий рынок побежал и принес огромного ежа. Но недолго думал старый кот и пощекотал ежу живот. Кенгуру, точка.ру, мышку в руки я беру. Хомячок в карман залез, я испытываю стресс. Захожу в интернет, шлю в Австралию привет. Дорогая кенгуру, здесь привет, точка.ру. Не квартира, а вольер, нам пришел милиционер. Папа в руки взял свисток, все испытывают шок. Стрелы, птицы все суют, только кролики жуют. А над духом громко кар, нет, это не дом, а зоопарк. Кенгуру.ру, мышку в руки я беру. Хомячок в карман залез, я испытываю стресс. В интернет шлю в Австралию привет. Дорогая кенгуру,
Спасибо, Леночке. И на эту сцену выходит София Хаустова с композицией «Мир». А поможет ей создать образ Женечка Афанасьева. С джазовой композицией «Мистер Ритм». Сейчас на эту сцену выйдет вновь Карина Радченко
и Евгения Афанасьева и исполнят для вас композицию «На большом воздушном шаре». Вокальную студию «Домис Ольки», художественный руководитель Юлия Анатольевна Посмитная, концертмейстер Ирина Игоревна Алтухова. К сожалению, сегодня с нами Юлия Анатольевна нет, она заболела внезапно. Мы передаем ей пожелание скорейшего выздоровления, пусть быстрее поправляется, возвращается к нам. Вот, пришлось нам сегодня самим, как говорится, отчитываться. Вот, но мы переходим к выступлению наших студентов Харьковской государственной академии культуры. И первая на эту сцену выходит Ма Цзюнь. Это девушка, студентка третьего курса. Она приехала к нам учиться из Китая. Сейчас она для вас исполнит композицию «Подмосковные вечера» на китайском языке. У рояля Ирина Алтухова. Далее будут выступать студенты и ученики преподавателя Харьковской государственной академии культуры Тамары Николаевны Рябухи, кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры эстрадного и народного вокала. Yeah.
Сейчас на сцену приглашается гуртовая Дарья с композицией Христины Соловій «Тримай». Як тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені порвати і в серці сліди. Ти чуєш, як страшно мені у полоні, як в твоїх долонях нема так ніде, і крила так важко розправити пташці, коли бідолашку погубить любов. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе.
сцену Полину Забелину с композицией «Лалебай». Дебют на сцене. Поддержите аплодисментами. Here when you sigh, never in my world could I be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtles down? Blue and cool when they laugh. That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow hearing us utter cry. Компанеец с композицией Кристины Агилеры «Боль». Она лауреат всеукраинских международных конкурсов. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh. I would hold you in my eyes, I would take the pain away. For all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hit the world again. Sometimes I want to fall out, I know you won't be there. Whoa, I'm sorry for blaming you for everything. I just couldn't do, and I hurt myself by hurting you. Some days I feel broke inside, but I want to meet. Sometimes I just wanna hide, cause it's your miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Whoa. Chance to look into your eyes.
since you've been away. На сцену приглашается лауреат международных и всеукраинских конкурсов София Сковородка с композицией «Feeling Good». Для вас на сцене лауреат первой премии джазового фестиваля «Джаз Фиеста» в городе Харькове, студент Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Роман Клюба.
put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. You're just putting me down. I put a spell on you because you're mine. Because you're mine. Spell on you because you're mine. А на эту сцену мы приглашаем студентку первого курса Харьковской государственной академии культуры Алену Швайку с композицией «Чатанога Чуча» у рояля Владислав Алтухов. Лауреат второй премии джазового конкурса «Джаз Фиеста» в городе Харькове. Ba-d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 a-
Чаттануга, чу-чу. Чаттануга, чу-чу. Вот шумит. Для вас выступает Елена Стецкович, магистр с композицией «Maybe», лауреат всеукраинских конкурсов. Композиция из репертуара Анастейши «Left Outside Alone» исполняет для вас лауреат всеукраинских конкурсов, лауреат второй премии конкурса «Джаз Фиеста» Ирина Коцарева, Харьковская государственная академия культуры.
despair. What a beautiful fighter, future of central map about. To me the headland, so much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how really it feels to be left outside alone. When it's cold out here, well maybe you should know just how it feels to be left outside alone. To be left outside alone. I feel you all my life. I've been waiting for you to be. Much more to say, but I hope you find a way. Still, I wonder if you know how it really feels to be left outside alone. When it's cold out here, well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone. To be left outside alone. I tell you. Для вас композицию из репертуара Лары Фабиан исполнит студентка Харьковской национальной юридической академии Валерия Яровая. I just love you. No need to look behind the door. You won't be.
Спасибо, Валерий. И вновь на эту сцену мы приглашаем Романа Клюбу с композицией Ареты Франклин «Респект», лауреат международных всеукраинских конкурсов. What you want, baby, I got it. And what you need, do you know I got it. But all I'm asking is for a little respect when I get home. Oh, baby, when you get home. Just a little bit, just a little bit. I ain't gonna do you wrong while you're gone. I ain't gonna do you wrong, cause I don't wanna. But all I'm asking is a little bit of respect. About to give all my money, and all I'm asking in return, honey, is you to give me my proposal when you get home. Just, oh, just oh, when you get home. Just a little bit. Just a little bit. Kissing, sweeter than honey. And guess what? Oh, don't you know, honey? Cause all I'm asking is just a little bit of respect. Yeah. Oh, when you get home. Just a little bit. Just a little bit. R-E-S-P-E-C-T. Find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T. Take it, T-C-P. Yeah, yeah, yeah. Приглашается магистр Харьковской государственной академии культуры Елена Стецкович с композицией «I Will Survive». First I was afraid, I was petrified, keeping it, I could never be without you by my side. But I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I sang how to get along. From outer space, I just feel pity find you. Well, that's how I look up on your face. Should have changed that stupid life, should have made the way to keep. Why have no one just one second, you'll be back to bother me. Oh, no, no, go walk out the door. Just turn around now, as you're not welcome anymore. Well, you the one who tried to help me with goodbye. Do you think I crumble? Do you think I laid out? I will survive. I'm not a giver, not on the stop. I'm on the cutter, I'm a survivor. I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving. Thought I couldn't breathe without you, I'm in Helen. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't miss without your battle lesson. Thought I couldn't die without your battle living. Thought I couldn't fail. But I'm on top. All it will be alright right now. I don't want to stop. Though the album self-destruct, but I'm still here. Even in my ears to come, I'm still in beat. I'm a survivor. Yeah, I'm on the top. I'm gonna cover. I'm a survivor. And I'm gonna make it.
survive. Yeah, I'm not gonna talk. I'm gonna work harder. I'm no survivor. I'm gonna make it. Time to survive. Keep on surviving. Time to survive. Лауреат всеукраинских международных конкурсов Елена Стыцкович. Сейчас композицию Святослава Вакарчука «Обе мы» исполнит для вас Ирина Коцарева. У рояля Ирина Алтухова.
программы, следующим номером нашей программы Алена Швайка с композицией «Дикая вода» из репертуара Тины Кароль у рояля Владислава Алтухова. На сцену выйдет не только прекрасная исполнительница, но также и автор этой песни. Сейчас для вас состоится премьера песни Валерия Яровая с композицией «Безмежность». Авторская песня. Мы самотні у боротьбі,
що гуляє з нами. Подинці, подинці, згадую минуле з Богом, але йду вперед, що змоги. Наша гостья из Китая, Мадзюнь, с композицией Натальи Валевской, «Палала». Поддержим аплодисментами. Выучила украинскую песню.
И наш концерт подходит к логическому завершению. Все участники приглашаются на финальную песню «Деспосвиту». А солируют у нас Евгения Афанасьева, Радченко Карина и София Хаустова. Воспитанники группы в доме Сольки, областной детский дворец творчества, город Харьков. Спиралью красы наш тобою край, горы, долы, рик, чорнозем. Дивись, які рядом мудрі люди народились раз, про кати, мати, чуці та дарма. Ми можемо зробити все самі, можемо війти ми під землі, але навіщо нам іти? Поможу всім, хто зазнав біду. Я хочу міняти світ і себе десь по світу. Вишукаєш іншу країну, а вона живе в твоєму серці, де залежна, вільна і єдина. Десь по світу майбутнє ти сам собі будуєш, пошукай багатства і добра мандруєш. Повертайся на країну будувати справжню батьківщину. Українські пісні та стільки твого серця ритму. Мова наша солов'їна, глузвучна як молитва. Є відомі світі наші науковці і спортсмени, мудреці і музиканти, а які у нас поети. Ліна Костенко, Ітара Шевченко, Сусуре Франко і Леся Українка. Постали всі для нас, а живеться стільки там та бачить чужі пісні, стукає де там та. А наші цимбали, скрипка і трипіта, так файно звучали, за душу чіпали. Наші верховинці, буйки і гузули, земки і мазури, по горах танцювали. По світу нас порозкидало, нас тепер мало по цілому світу. І все на світі треба перешити, і наперед не треба ворожити. По світу нас порозкидало, нас тепер мало по цілому світу. Кожен фініш, це по суті старт, і за минуле плакати не варт. Десь по світу ти шукаєш іншу країну, а вона живе у твоєму серці, де залежна вільна і єдина. Десь по світу майбутнє ти сам собі будуєш, шукай багатства і добра мандруєш. Повертайся на країну будувати справжню батьківщину. Українські пісні та чужинки твого серця ритму. Мова наша солов'їна, глузвучна як молитва. Є відомі світі наші науковці і спортсмени, мудрість і музиканти, а які у нас поети. По світу нас порозкидало, нас тепер чимало по цілому світу. Повертайся будувати справжню батьківщину. Рідну Україну, по світу нас порозкидало, нас тебе чимало по цілому світу. Повертайся будувати справжню батьківщину. Рідну Україну. Хотілося б сказати. Дорога Тамара Миколаївна, ми від всіх, я візьму на себе таку честь від імені всіх сказати. Ми хочемо вам дуже щиро подякувати за ту турботу, той час, ту працю, яку ви в нас вкладаєте. Дуже-дуже вам дякую. Ми вас дуже любимо і дуже вами дорожимо. И еще хотелось бы сказать большое спасибо, большую благодарность Ирине Игоревне, нашей дорогой, за время, которое вы нам дарите, за эти эмоции, которые мы получаем на каждом уроке, без исключения, за вашу работу с нами, за
вашей жизни, любовь к жизни, вы нас этому учите и дарите нам очень много на самом деле. Спасибо вам большое, мы вас любим, ценим. Спиной. Мы благодарны всем родителям и всем, кто участвует в нашем творческом процессе, потому что воспитание подрастающего поколения и студентов – это очень большой, действительно, совместный коллективный труд, очень много всяких нюансов, что требуется для того, чтобы воспитать вокалиста, воспитать артиста. Нужны и природные данные, и большой труд, усердие. И все у нас вот такие вот красивые, творческие. Каждый имеет какую-то свою изюминку, свою творческую индивидуальность. Всем огромное спасибо, все большие молодцы. Детки должны, конечно, равняться на старших. Вы видите, к чему мы должны стремиться. Вы еще делаете только первые шаги сегодня на сцене. Кто-то первый раз выступает, у кого-то еще совсем мало опыта. Но впереди у вас большая, я думаю, творческая жизнь. Хорошая творческая дорога, еще впереди много концертов, фестивалей, конкурсов, выступлений. Я хочу, чтобы вы по жизни шли всегда рядом с музыкой, чтобы музыка была неотъемлемой частью вашей жизни, чтобы вы получали огромное удовольствие от того, что вы посещаете творческие коллективы, вокальные, музыкальные школы. Это все не пройдет, я думаю, даром для вас. Как минимум, даже если вы не станете большими-большими звездами, но культурными, воспитанными, интеллигентными людьми вы вырастите наверняка. А, конечно, молодым артистам хочется пожелать действительно хорошей творческой дороги, больших достижений, чтобы эту красоту и этот талант оценили, и вы нашли свое применение в этой творческой жизни, чтобы были востребованы, чтобы не останавливались на достигнутом. Всегда есть возможность к росту. И главное, будьте заинтересованы этой профессией, этим делом. Любите это дело. И слово Тамаре Николаевне. Может, понимаете, то, что сказали. От себя лично и от участников этого прекрасного праздника хочу поблагодарить директора и руководителя вокальной студии «Доме Сольки» Юлию Анатольевну за предоставленную нам возможность и за такое совместное сотворчество и праздник, который сегодня здесь прошел на этой сцене. Также я благодарю наших замечательных концертмейстеров Ирину Игоревну Алтухову и Влада Валерьевича Алтухова. Низкий вам поклон за ваш профессионализм. Нам всегда очень с вами интересно и легко работать. И я это очень ценю и ценят мои студенты. Также хочу поблагодарить наших участников, студентов, ребят, всех за этот предоставленный праздник, за их высокое вокальное мастерство, не побоюсь этого слова. Они действительно сегодня показали очень хороший результат. Желаю им дальнейших творческих успехов, побед на конкурсах, на фестивалях, конечно же, много терпения и, самое главное, любви к тому делу, чем вы занимаетесь. Благодарю звукорежиссера. Спасибо вам большое. Анатолий Бош сегодня вел наш концерт. Большое спасибо ему. И, конечно же, благодарю родителей, которые также помогают своим детям и поддерживают их, ну, скажем так, довольно-таки не в легком труде, несмотря на то, что все-таки эстрадный жанр считается легкой музыкой. Всем большое спасибо. Зрителям спасибо, да, приходите на наши мероприятия, мы будем рады. А детки и студенты, пройдите, пожалуйста, в 36-ю аудиторию, где наше мероприятие еще немножечко, не очень долго, но продолжится. До новых встреч, дорогие друзья!